Время туториала. Сначала построим основу с механизмами. Механизмы и основа готовы, теперь займемся привязкой и настройкой. У всех сервоприводов, что я выделил, включаем обратный поворот. Также у всех этих сервоприводов нужно угол наклона поставить на 90 градусов. Теперь нужно получить ни к чему не привязанное кресло водителя. Это можете сделать так, как я только что на видео. Выделяем все сервоприводы гаечным ключом и привязываем их на клавишу минус и R. Привяжем нижнее колесо на А, Д. Колесо, что выше его, привязываем на ВС. Плечевые суставы привяжем на клавишу EQ. Кисти привяжем на FJ.
Настроим нижние колеса. Крутящийся момент поставим на оранжевый. У нижнего включим обратный поворот. У верхнего колеса крутящийся момент ставим на средний, а скорость на 0.5. А у нижнего колеса скорость ставим на 2. У правого колеса на кисти включаем обратный поворот, это обязательно. Выделяем все эти колеса, крутящий момент ставим на средний, скорость на 3. Отдельно выделяем плечевые колеса, и у них скорость ставим на 0.5. Осталось привязать поршни на клавиши X, Z. Теперь сделаем специальные ограничители, как на видео, чтобы робот слишком не падал или не слишком подымался. Планируем и включаем прозрачность на 100%. Теперь давайте пройдемся по настройке всех колес, поршней, сервоприводов и перейдем к проверке. У нижнего колеса крутящийся момент стоит на оранжевом, скорость на 2. У чуть выше крутящийся момент на среднем и скорость на 0.5. У плечевых колес крутящийся момент на желтом, а скорость на 0.5. У правой кисти включен обратный поворот, крутящийся момент у них тоже на желтом, а скорость на 3. У сервопривода, что я выделяю, включен обратный поворот, а также у всех сервоприводов угол наклона 90 градусов. Сохраняем, заново загружаем и начинаем проверку. С помощью клавиш, которую мы перемещаем нашего робокс-человечка, у нас перемещается сам робот. Те клавиши, про которые я говорю, это V, A, S, D. Ну тут не сложно, V это вверх, S это вниз, а D это вправо-влево. Также он может поднять руки, нажав на клавишу E, а чтобы опустить Q. У него сгибаются все пальцы, нажав на клавишу R. Если что, все клавиши, про которые я говорю, английские. У него выдвигаются и задвигаются руки, используя клавиши ZX. Это было все управление на нем. Теперь переходим к декору в виде сумасшедшего компьютера.
Thank you.
Ну вот мы и закончили декор, теперь немножко подрегулируем механизмы, потому что робот стал гораздо тяжелее. Но сначала включим у всех механизмов прозрачность на 100% и отключим коллизию. Давайте повысим крутящий момент на 1 единицу нижним колесом и немного скорость. Мне только сейчас пришло в голову сделать свет от глаза. Теперь сохраняем, заново загружаем, расфиксируем и проверяем. Кстати, красивый арчик нарисовал гусь. Вернемся к роботу. В управлении у него ничего не изменилось, просто добавился декор. Но все же я кратко назову все его функции. Он может крутиться на месте, подниматься вверх-вниз, поднимать руки вверх-вниз, сгибать все пальцы, крутить ладошки и выдвигать руки. Комбинируя все эти клавиши, можно сделать красивые движения. Надеюсь, этот туториал вам понравился. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!